безумно, я говорю. Может и так. Но у меня есть причина. Вас слышно на другом конце острова. И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие! Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо. Нас и все острова. Похоронить? О чем ты? Она тебе не сказала? Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы, и выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз, и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны сольют сушу и утопят живущих. То есть маску никто никогда не использовал? Нет, но... И никто не знает, действует она или нет? Я знаю. Из мифов. Ты так веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Тебя заботит кража, а нас — Цири. Для меня Цири тоже важна. Но когда я предлагал Йеннифер другие методы, она даже не слушала меня. Говорила, у нее нет времени, и результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как ошпаренная. Это правда. Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задумывается о том, что может устроить... Что? Что это? Нет. Йеннифер использовала маску. Быстрее! За мной! Надо... Медальон дрожит. Это место силы. Глав Эхен Вирти Абен. Осторожней! Замечательно. Повешу твою башку у седла. Что это было? Единороги. Йен, чтоб тебе... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. Мышавур говорит, что маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против?
Ты сама знаешь, что я этого не люблю. Успокойся. Я только посмотрю, что здесь произошло. Кроме того, есть вещи, которых я, пожалуй, не хочу о тебе знать. Пойдем. Первое место я уже нашла. Мы пришли. Надень маску. Что мне делать? Не снимай маску, пока мы не видим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина, это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Откуда? Ну как, готов? Используй маску. Берегись! Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил нас. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Не нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым, немного. Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Да. Надень маску. Перегнались. Видишь? Кажется, он ранился. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет в Велен. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Ну давай! Да. Ну как, готов? Используй маску. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю. Оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Велен. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, это стечение обстоятельств, но когда я был в Велене, я встретил Кейру Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Погода улучшается. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам... Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете? —
Есть люди, ради которых я готов на все. А все остальные пускай горят синим пламенем. Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Геральтом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно, учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем, но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велен, скорее всего. Чародей открыл ей портал, а потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Он улетел куда-то туда. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику Дикой Охоты. Что? Значит, это Дикая Охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфьяле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Доран. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому Дикая Охота так хочет ее настичь. Значит, Дикая Охота появлялась на Хиндарсфьяле? Это было недели через две после того, как здесь, на Ардскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте во время снежной бури. А снежные бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Следующая остановка — Хиндарсфьяль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Подожди, может, отправимся туда вместе прямо сейчас? Ты ведь не выносишь телепортов. От эликсиров я тоже не в восторге, но пью их, если надо. И если не надо. Ну, в путь. Подойди ко мне. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Я была на Хиндарсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотон где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. А, похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о Дикой Охоте всегда не вовремя. Ханне, они едва бриться-то начали, а вот уже лежат в земле. А я живой, и ничего-то со мной не сделалось. Я, сын... Какой-то ритуал. Придется подождать. Вот уж нет. Сестры, простите, что я вас прерываю, но у нас к вам дело.
Видишь же, здесь поминают умерших. А мы ищем того, кто еще может быть жив. Пожалуйста, это срочно. Тогда говорите. Говорят, эту деревню уничтожила дикая охота. И это правда. Хотя нам немногие верят. Вы, наверное, тоже не верите. Вы видели всадников на конях-скелетах? В заиндевевших доспехах? Да, именно так. Они подошли к берегу в ладье из ногтей мертвецов. Как в легендах. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Тогда они вошли. Они рассекли ему лицо. Он пытался что-то сказать, но кровь. Вы хотели о ком-то спрашивать, а не рано бередить. Хватит! Что случилось потом? Ян, оставь ее. Ты не понимаешь. Если мы узнаем, куда... Понимаю. И все же перестань. Ты прав. Излагайте свое дело. Сейчас же. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такой не припомню, но я столько тел похоронила. Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг, за миг до всего этого. Она была на конюшне с трусом. Будь он трижды проклят! Запомнила еще что-нибудь, хоть что-то? Она выглядела усталой, очень усталой. И волосы у нее были мокрые. Теперь мы знаем, что она мыла голову. Превосходно. Мне очень жаль. Трус! Прости, трус. Трус сказал бы вам больше. Этот трус. Имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один. Нам придется поговорить с трусом, даже если это противоречит вашим обычаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу сражаться с Морквургом. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречия. В этом все и дело. Убив Морквурга, трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами и прошу от вас того же. Морквург? Что это? Скорее, кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиги. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана. Брал золото от Нильфгарда. Убивал беременных детей. Я таких знаю. Говорили, что боится он одного — гнева богов. И Морквург решил доказать, как сильно все ошибаются. И приплыл на Хиндарсвьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было больше 10 лет назад. Верховная жрица Ульвы стала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие, и Морквург превратился в чудовище. Проклятие, чудовище. Кажется, для тебя здесь найдется работа. Я могу избавиться от Морквурга. Не знаю, во что он превратился, но думаю, серебряный меч в этом поможет. Все не так просто. Уже нашлись такие, что сумели победить Морквурга. Но он всегда возвращается. То есть наложено проклятие. В таком случае мне нужно больше сведений. Понимаю. Но я рассказала все, что знаю. Поговори с Тордором, сыном Эйнара. Он был в роще, когда туда ворвалась дружина Морквурга. Видел все, что случилось.
и единственный из паломников ушел живым. Он поселился в Ларвике. Он на пристани должен быть, если в море не ушел. И где эта священная роща? Недалеко, к северу отсюда. Раньше мы выращивали там лечебные травы. А теперь? Теперь можно подойти только к дереву, которое посадила сама богиня. Туда мы приносим наши дары и просьбы. А те, кто спускаются ниже, остаются в роще навсегда. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Трус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к Фрейе. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов. Убийца-чудовищ. Бабка моя еще о вас рассказывала. Рассказывала, что вы на богов хулу возводите. Преклони колени перед богиней и воздай ей. Не дал? Ну вот. Не видишь, я корабль готов. У меня на уме да... А, такие, значит, пироги. Ну, спрашивай, во имя Фрей. Ты видел, как Морквард напал на рощу? Говорят, только ты и выжил. Верно. Чудом только спасся. Видать, в тот день Великая Мать хранила меня. Ха. Значит, на жриц ей было наплевать. Выходит, что так. Морквард связал их, а потом перерезал им глотки, как жертвенным лошадям. И хохотал. Понимаешь? Он хохотал. Но верховная жрица Ульвия прокляла его с последним вздохом. Ты озверел. Так останься же зверем навечно, святая женщина. Что случилось с Морквардом? В это трудно поверить, но он тут же порос шерстью. Рожа его вытянулась в морду, как у пса или волка. Он завыл и бросился на своих же людей. Они пытались бежать, но он был быстрее молнии. Когда он их убивал, рвал им глотки, они сразу рассыпались в пепел.
так-то. Паршиво. Это непростое проклятие. Многоуровневое. Таково могущество Великой Матери. И ты не помог жрицам? Почему? А что я мог сделать? Один против дюжин разбойников. Что ты так смотришь? Да вот удивляюсь. Люди Скеллиги просто помешаны на чести и храбрости. А ты так просто сбежал. Я не горжусь этим. С того дня я ищу достойной смерти в море. Но богиня пока не призвала меня. Спасибо за помощь. Да направит богиня твой меч. Топор никогда не затупится. Я за тобой слежу. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Плотва. Но! След уже остыл. Кусок. Хоть один кусок. Один кусок. Крошку. Есть. Есть. Холера. Только не это. Похоже, он нам не рад. Это он еще меня не разглядел. Так с чего мы начнем? Пойдем к дереву, о котором говорили жрицы. Собрался пустить себе кровь для богини? Это не обязательно. Но трус наверняка так поступил. И он мог оставить какие-нибудь следы. Я думала, мы начнем с дерева. Давай сделаем все, что нужно, и уйдем отсюда побыстрее. Как хочешь. Я подожду у дерева. Никаких укусов. Моркварк не пожирает жертв. Странно. Ах!
много следов. Старых и свежих. Логово должно быть рядом. Шлюз открыт, но ничего не происходит. Шлюз открыт, но ничего не происходит.
Моркварк проломил эту дверь. Должно быть, что-то за ней унюхал. Символ Фрей не тронутый. Моркварк не пожирает свои жертвы. Странно. Я начинаю... Хочешь? Если без этого не обойтись, рассказывай. Пришли воины. Они знали, что не смогут убить меня. И они устроили западню, заковали меня, заперли здесь. Знаешь, что я сделал? Я грыз себе ногу, чтобы освободиться. Каждый укус больно. Я выл, меня рвало кровью. Ха. Понятно, что грызть собственную лапу больно. Ты не понимаешь. Это хуже, когда грыз, пасть горела, как будто угли жрал. Думал, сдохну, но отгрыз. Я порвал. И какая мораль в твоей истории? Или ты просто бахвалишься? Мораль такова. Ты не сможешь убить меня. Не... Значит, решил поговорить. Только теперь... У тебя есть время, а пока... Я ищу человека, которого называют трусом. Он приходил сюда, чтобы тебя убить. Видно, не вышло. Те... Понятие. Ты что-то говорил о награде. Награбил. В налетах все пропил, кроме одного. Настоящее сокровище спрятал и отдам только... Значит, не весело быть... Это не самое дурное. Вечный голод. Классическое проклятие. Это объясняет, почему трупы остались нетронутыми. Думай, сделай что-нибудь. Посмотрим, что можно сделать. Да. Без ключа не выйдет. Все, мать.
Я найду. Ой, ну его. Чую. Прощай. Идеальный друг не перебивает, не умничает. Снизу тянет. Похоже, там пещера. Кровь труса. Кот. То есть Йен сейчас надо мной. Эй, слышишь меня? Геральт! Ты меня напугал. Прости, я не хотел. Надеюсь. Кровь труса. Долго она ждала смерти. Кровь труса. Кровь труса. Thank you.
Йеннифер была права. Цири действительно появлялась на Скеллиге. Она прибыла туда из другого мира в компании таинственного чародея. Девушка и чародей сражались с дикой охотой, а затем бежали через порталы, ведущие в Велен. Здесь обрывался один след и начинался другой. Гораздо позже дикая охота появилась на острове Хиндерсфьяль. Это могло означать, что Цири вернулась на Скеллиге. Без ключа не выйдет. Шлюз открыт, но ничего не происходит. Кости провалились через щель много лет назад. Ветерок. Похоже, выше еще одна пещера или выход. Thank you.
Кровь труса. Видно, Моркварк так просто не сдается. Ну как? На Моркварга наложено интересное проклятие. Неужели? Все, что он пытается съесть, превращается в пепел. Я дал ему кусочек его собственной плоти и едва не убил его. Знаешь, что я подумал? Извини, пожалуйста, зачем ты мне это рассказываешь? Ну, я думал, тебе будет интересно. И может, мы вместе придумаем, как снять проклятие? Я не знаю, Геральт. Скорми ему собственную ляжку. Меня это не очень интересует. Хватит уже строить из себя ведьмака-виртуоза на гастролях. Мы здесь для того, чтобы узнать хоть что-то о ци... Ну вот. Прощай.
Но! Когда я вырасту, стану жрицей. И мне надо замуж. Ну, прошу тебя. Сколько тебе лет? Вы... ведьмак. Я правильно понимаю? Да, для меня есть работа. Если только... Согласитесь, рыщет тут какая-то чудище в округе. Аж страх за окольцу выходить. Что за чудище-то? Разные говорят. Бабы как... И никто это чудовище не видел? Видели, конечно. Я сразу говорю. Поговорим о награде. Вы торговаться хотите? Как вы их мерите-то? Зависит от вида. Но мы-то не знаем, что у нас на тракте завелось. Вы эту тварь убейте, а мы поговорим. Ну, цену надо определить заранее. И добавку за непредвиденный риск. Ну и сколько... Боги весь разум отняли. Или берите, что есть, или идите прочь. Я займусь этим чудищем. Это не впервой сразу. А где мне найти? Хотите? На Скеллиге. Она прибыла туда из другого мира в компании таинственного чародея. Девушка и чародей сражались с дикой охотой, а затем бежали через порталы, ведущие в Велен. Здесь обрывался один след и начинался другой. Гораздо позже дикая охота появилась на острове Хиндерсфьяль. Это могло означать, что Цири вернулась на Скеллиге. Дракона-то видели? Что это такое? А. Позволишь тебя? Я здесь, чтобы слушать.
А что это за подкоп? Их вешают те, кто хочет принять участие в скачках смельчаков. Скачки? Угу. Чужак тут? Фрея не делит людей на своих и чужих. Каждый может воздать ей почести. У нас скачки не такие, как на... Тогда понятно, откуда такое название. Отвага. Если не боишься, повесь подкову. А награда победителю полагается? Победитель покроет себя славой и явит доказательство своего мужества. Я надеялся на что-то более материальное. Для нас такие вещи значат немного. Ну да, победитель всегда получает что-то, что будет напоминать о подвиге. Иногда меч, иногда шлем или щит. Ну вот. Даже вы можете быть практичными. Немного протрястись, не... Первые три. Ясно. И кто он? Кто она? Астрид. Симпатичный. И вполне перед богиней. И воздай ей почести. Здравствуй, Балафрей. Ты мне солгал. Что? Клянусь великой матерью. Не строй из себя святошу. Я знаю, что ты был в дружине Морквардя. Так-так. А ты умный. В одном только ошибся. Это вот моя команда. Крепкие парни, вооружены до зубов. Сейчас я тебя с ними познакомлю. Я не странствующий рыцарь, а ведьмак. И не судить тебя пришел. Тогда зачем расспрашиваешь о былом? Я должен знать, что на самом деле произошло в роще. Хочу снять проклятие с Морквардя. На кой хрен? Пускай сукин сын мучается до Рагнарёка и еще день после. Наверное, ты удивишься, но слова лжеца и убийцы меня мало волнуют. По сравнению с Морквардом, я, сука, просто святой. Я во многих налетах бывал. Убивал женщин, детей, всех, кто подвернется. Но жрицы — это слишком даже для меня. Когда все закончилось, и Моркварг пьянствовал с остальными, я вытащил вот это. Волчий клык, покрытый рунами. Он мне от отца достался. Тот был Годи в нашей деревне. Он сказал, что того, кого этим клыком порежешь, ждет судьба хуже смерти. Ну, так и вышло. Твой папенька объяснил, как снять проклятие? Надо просто отдать клык проклятому. Но ты его не получишь. Этот сукин сын будет мучиться. Жрицы очень хотят вернуть свою рощу. Мне кажется, ты перед ними в долгу, а? Ладно. Бери. А взамен... Я никому не скажу о твоем прошлом, даю слово. Если ты что разболтаешь, я просто найду тебя и убью. Когда Морквард снова превратится в человека, не дай ему уйти, чего бы это ни стоило. А? Интересно, эй! Такой ли ты крепкий, как выглядишь? Эй! Красивые мечи, но по мне лучше добрые.
Глаз с него не спускаю. Звери утащили растерзанное тело в лес. Что-то действительно разнесло его на куски. Похоже на кровь, но... Это красная глина. Такой глиной накеры воины отмечают свое место в стае. Похоже, накерами управляет какое-то разумное существо. По крайней мере, оно умеет ставить примитивные ловушки. Следы ведут в лес. Хорошее место для гнезда. К токсинам. Теперь яд защищает их гнездо. Умно. Наконец-то. Главное гнездо. У меня появилась компания. Yeah.
А, новые неприятности. Ну так что? Убил я ваше чудище. Фрей, милосердный. Сдох, ублюдок, наконец-то. Тьфу. А теперь рассказывайте. Тяжко было. Подлечить вас не надо? Нет, все в порядке. И правда, человек вы привычный. Непростое ремесло это ваше ведьмачество. А вот и награда. Пожалуйте, это вам. Спасибо, будь здоров. Снова хоть на лесопил? Вперед, плотва! Теперь помедленней. Но!
отсюда! Ну вот, все. Ты можешь. Вот, надень-ка. Мне клыков хватает. Не умничай, делай, что говорю. Я свободен. Свободен! Наконец-то! О. Извини, я этого допустить не могу. Тогда на кой хер освобождал? Чтобы убить тебя раз и навсегда. Йен сейчас надо мной. Эй, выпусти меня! Прости, я не хотел. Надеюсь. Кровь труса. Зараза. Йен, я нашел его! И что? Даже гнильцы бывают в лучшем состоянии. Чтоб тебя. Хорошо, собирай, что сможешь, и поднимайся наверх. Надо полагать, у тебя есть план. Нет, обожаю смотреть на гниющее мясо. Поговорим наверху, ладно? Йен, очаровательно, как всегда. Ну, пойдем, кое-кто хочет с тобой познакомиться. Процесс гниения зашел далеко. Но голосовые связки целы. Может, мы что-нибудь из него и вытянем? Он не слишком разговорчив. Разговорить можно каждого, даже мертвого. Надо только знать, как. Я думал, некромантия запрещена. Как и секс до свадьбы. Не забивай голову глупостями. Черная магия — дело серьезное. Наложение таких заклинаний никогда хорошо не кончается. Никогда. Мне это тоже не нравится, уверяю тебя. Но то, что Цири в опасности, не нравится мне еще больше. Я понимаю. Но это не дает нам права. Геральт, прошу тебя. У нас нет времени спорить о морали. Тебе нужны какие-нибудь ингредиенты для заклинания? Угу. Кровь новорожденного, язык девственницы и печень трески. Если серьезно. Если серьезно, нет. Я чародейка, а не деревенская травница. Мне нужна только энергия. Много энергии. Хорошо, что мы оказались вместе, насыщенном магией. Которое люди считают священным. Жрицы будут в бешенстве, если ты используешь силу рощи для оживления трупа. Геральт,
Ты начинаешь действовать мне на нерв. Я предлагаю выход, а ты занудствуешь. Прости, что мешаю своими сомнениями. Прошу тебя. Нет, Ян, дело именно в том, что ты никогда ни о чем не просишь. Ну да ладно, не будем об этом. Тогда за дело. Хелайн, Хелайн, Зифраэн. Хелайн, Хелайн, Давидар. Из Злафотена? Мы ищем Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Что с ней стало? Из-за нее меня прокляли! Меня это не интересует. Что с ней стало? Что она тут делала? Говори! Нет! Говори! Цири, ласточка, ты слышишь меня? Слышу. Сейчас я должен тебя оставить. Мы встретимся под скалой утопленников. Запомнишь? Угу. Повтори. Скала утопленников. О, проснулась. Я уж думал, что... Где я? И кто ты такой? Спокойно. Ты в Лафотане, на Хиндерсфьяле. А меня зовут Скьяль. Но как я... Откуда? Мы выловили тебя из моря. Я и этот твой друг. А где он? Мой... Друг. Ушел недавно. Сказал, найдет лодку. А почему он в маске? У него что-то с лицом? Нет, он просто не любит его показывать.
И сколько я так пролежала? Без малого день. Принесли мы тебя утром, а теперь уж дело к вечеру идет. Холера. Долго. Видно, столько тебе нужно было, чтобы прийти в себя. Много тебе пришлось пережить. Ты вся в свежих шрамах. Эй, ты меня раздел? А что было делать? Ты вымокла. Я хотел проверить, может, тебя перевязать надо. Ага. И намазать груди тюленем салом. Нет, нет. Это уже моя мама и сестра. Я бы не посмел. Клянусь честью. Ладно, ладно. Верю на слово. Помоги. Помоги мне встать. Может, не стоит? Не выдумывай. Просто дай мне руку. А, вот это мой братик. Стоит его упустить из виду, а он уже тянет к девушке лапы. Астрид, вот глупая. Ты же видишь, я ей встать помогаю. Очень жаль, но придется прервать ваше свидание. Идем, пошли в баню. Куда? Чего рот раскрыла? Хочешь, чтобы угорь залез? В баню, говорю. Девушка, ты вся синяя была и холодная, когда тебя сюда принесли. Тебя надо хорошенько прогреть. Нет, правда, не нужно. Я уже хорошо себя чувствую. Эй! Все в порядке? Ты на ногах не держишься. И ничего удивительного. Мышцы у тебя еще окоченевшие. Но не бойся, мы с мамой тобой займемся. Боюсь, мне надо идти к скале утопленников. И как можно скорее. Мы тебя силой не держим, но до скалы далеко, а ты едва ходишь. Ты лучше лошадь возьми. Вот именно. Скьяль приготовит лошадей. Посиди тут минутку. Все равно. Хорошо. Да что там, не за что. Ну пойдем, тебе надо пропотеть. А моя одежда? Я все уже занесла. Идем. А этот в маске. Он должно быть издалека? О, да. Очень. А откуда? Какая ты любопытная. Ну, что ты удивляешься? Я всю жизнь сижу на выселках. Хотела бы я путешествовать, как ты. Как я? Как я, ты бы не хотела, поверь. Отец, я знаю. Дело как Снорри разоделся. Весь искрится от золота, хоть глаза скрыл. Говорят, он собрался просить руки Йорун. Она ему может. Добро. Залезай и раздевайся. А, догола? Ну, вроде как. Полотенцем пойдешь. Ну ладно, как тебе удобней. Вот и вы, наконец. Ой, мама, вечно... Да. Ну хорошо. А что ты, деточка, в полотенце? Вымокнет только. Она же с большой земли. Стыдится. Я боялась, что меня продует. Мне сейчас только воспаления легких не хватало. Гляди, Астрид, все-таки бывают разумные девушки в твоем возрасте.
Разумных девушек море на берег не выбрасывает. Ну, мы тут лялякаем, а пар уходит. Надо на угли плеснуть. Слушай, а там, где ты живешь, у вас тоже бани есть? Ты знаешь, у меня нет дома. Я путешествую. Точно. Ты же плыла на корабле, да? На корабле? Ну, тебя ведь из моря? Да, на корабле. Точно. Из Новиграда. И что тебя привело на Скеллиге? Скажем, я кое-кого ищу. Надеюсь, что не возлюбленного. Почему? Ты разбила бы Скеллю сердце. Втрескался в тебя по уши. Весь день сидел у постели и таращился на тебя, как на картинку. Астрид! Он же просил, чтобы ты не говорила. Ой, ну раз уж молоко разлили, чего тут? Скелль тебе нравится, а? Надо сказать, он очень даже ничего. Пол деревни по нему вздыхает. А понравилась ему ты, таинственная красавица, которая вышла из морской пены. Хватит уже! На тебя сегодня управы нет. Послушайте, с вами очень приятно сидеть, но мне надо... Понимаю тебя. Кому охота оставаться в этой дыре? Каждый с каждым в родстве, все воняют рыбой. Ты-то должна быть ни с кем не в родстве. А то другой такой язвы в Лафотоне нету. Посиди уже спокойно. Деточка, Скеллиг, наверное, приготовил лошади. Но прежде чем ты к нему пойдешь, окунись на минутку в воду. Тебе на пользу пойдет. В общем, почему? За этой дверью выход на причал. Только осторожней, там скользко. Спасибо вам еще раз. Еще раз говорю, не за что. Счастливого пути! Холодно! Привет вашему отцу. Пойду матери скажу, чтобы белье сняла, а то бурей. О, а вот и ты. Лошади уже готовы. Я тоже. Поехали? Послушай, надеюсь, моя сестра не наболтала тебе никаких глупостей. Только то, что я тебе понравилась. Что?
Я же просил. Я не... Ну, ты, конечно, действительно очень... Но... Знаешь что, поехали. А то сейчас стемнеет, а ты спешишь. Я не так сильно спешу. Ты первый раз целуешься? Конечно, нет. Да. Первый. У нас мало времени, но я успею тебя кое-чему научить. Стой здесь! Я... Я сумею о себе позаботиться. Что это было? Дикая охота. Рагнарёк. Конец света. Нет. Еще нет. Но мне надо бежать. Они меня ищут. Давай в седло. Я покажу тебе дорогу к скале. Останься. Присмотри за Астрид и мамой. Потом. Сперва увижу, что ты добралась до места. Пошла!
Что стало с этим существом? Что? Хватит! Говори, что? Я видел его у донора, но он продал его. Кому? Не знаю. Изыди. Скажи все, как было. Очисти мое имя. Изыди, говорю. Могла бы проявить немного сочувствия к этому парню. Он... Это не парень, Геральт, а кусок гнилого вонючего мяса, которое заговорило благодаря моей магии. И не только говорило, оно даже выло от боли. Я знаю, он казался настоящим, но это уже не человек, понимаешь? В целом, очень мило, что ты так сочувствуешь этому трупу. Наверное, даже больше, чем мне. Йен, ты хорошо себя чувствуешь? Отлично. Было бы еще лучше, если бы ты задал этот вопрос без моих намеков. Что? Что стало с Рощей? Она умерла. Как я и говорила, заклинание требует много энергии. Ты знала, что этим кончится, но не собиралась говорить. Не собиралась. Я знала, что ты будешь против. Твое чувство так-то очаровательно. Но иногда оно лишнее. Йен, пойдем отсюда как можно скорее. С удовольствием. Роща! Наша роща! Как вы могли? Мы помогли вам, а вы? Это неслыханно! Успокойтесь. Не пытайтесь меня успокаивать. Я очень зла, и у меня на это полное право. А вы? Вы еще заплатите! Простите. И это все? Ты больше ничего не скажешь? Ничего, чтобы нас оправдало. Я позабочусь, чтобы весь Скеллиге узнал о том, что вы сделали! Подожди. Это сделала я. Я одна. Геральт пытался меня удержать. Но я не послушалась. Этого следовало ожидать. Меня предупреждали, что ты... Чародейки. Никто тебе дверь не откроет. Никто тебе еды не подаст. Никто твоих ран не перевяжет. Йен... Ты не должна была это делать. Нет, но я хотела. Я не хочу больше об этом говорить. Надо думать о том, что мы вытянули из Кьяли. Мы узнали немного. Но теперь мы уверены, что Цири на Скеллиге нет. Ни в Велине, ни в Новиграде. Она снова куда-то пропала. Может, если мы упорядочим сведения, которые нам удалось собрать, это продвинет поиски? Хорошо бы. Во что же она ввязалась? Не знаю. Но мы вытащим ее из этой истории. Живой и здоровой. Я клянусь тебе. Мне кажется, ключ к поискам Цири — этот уродец, которого Скьяль видел на берегу.
Видишь ли, я встретил что-то или кого-то, кто выглядит точно так же. Где? В Велине. В замке. Там до недавнего времени правил один барон, а теперь его правая рука. Сержант Ардаль. Вернись и забери его. Не знаю, выкупи, укради. Самое скверное, на уродце лежит какое-то проклятие, которое лишило его разума. С ним очень сложно говорить. Не ной, все будет хорошо. Нет такого проклятия, с которым не справятся ведьмак и чародейка. А скажи, разве... Впрочем, не важно. О чем ты хотела спросить? Скажи, ты считаешь, что это может быть Цири, превращенная заклинанием? Даже думать об этом не хочу. Геральт, мы должны об этом думать. Возможно, это она. В Новиграде она искала средства от какого-то могущественного проклятия. Я не хочу бередить это сейчас, я же просто с ума сойду. Давай дальше делать свое дело, а там посмотрим. Мы прошли за Цири весь ее путь по Скеллиге. Пора возвращаться на континент. Перед отъездом я хотела сделать еще кое-что. Кое-что важное. Что? Давай встретимся в Ларвике, в зале воинов. Там и поговорим. Хорошо. Тогда скоро увидимся. Спасибо. За это и за помощь в роще. Без тебя я бы не справилась. Пожалуйста. Геральт, ты меня знаешь. Я редко раздаю комплименты, но всегда искренне. Вперед, плотва! Давай, плотва! Любовь, ненависть и сила. Приветствую тебя. Ты послушница? Правда? У тебя зоркий глаз. Сестры Астрид и Далла на... Ничего себе при... У меня брат на Артскеллиге. Он на... Прощай. Здравствуй. У меня есть еще пара вопросов о Моркварде. Я пришел за наградой. И ты уверен, что... Моркварк мертв? Даю слово. Если нет, верну деньги. Я поверю твоему слову, ведьмак. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Thank you.
пошла! Я смотрю, дела у вас процветают. Если бы ты только знал. Все хотят сражаться на проклятой арене. Значит, и у меня процент какой-то накопился. А как же? Пожалуйста. Вести дела на Скеллиге одно удовольствие. Заходи еще. Тут у нас будут твориться великие дела. Помяни мое слово. Надеюсь, ты прав. Удачи. А ты кто такой? Я бы мог у вас спросить то же самое. В таких местах часто селятся трупоеды. Ну да. И они становятся все наглее. Вылезают, даже на живых набрасываются. А мы их перебьем. Очистим шахту своим оружием, своими руками. И покроем себя славой во имя наших отцов. Я ведьмак. Мог бы пойти с вами. И забрать у нас славу? Как бы не так. Зачем вам слава, если гули будут голодать ваши кости? Ну, в общем, может, ты и прав. А, ну ладно, тогда иди первым. Ты ни к чему, если слабая рука его держит, правда?
А ты куда? Правда. Хорошо, что ты с нами пошел. Видно, тебя хранило... Благодарностями все разбрасываются, а вот деньгами не то чтобы. А, ну да, верно. Прости, мы все еще не отошли от схватки. Как ты их рубил? Возьми вот. Спасибо. Всего доброго. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Пошла. Геральт из Риви, наш герой. Ну ты же корабль хочешь нанять? Думай, что делаешь. Ты нам тут не нужна, ведьма! Ты всегда умел расположить к себе людей. Они меня спровоцировали. Ну да, я видел. Ты хотела поговорить? В императорской библиотеке я наткнулась на книгу Амоса Вар-Ипсиса, специалиста по джинам. Как говорят, он сгинул где-то на Скеллиге. Я тут порасспрашивала о нем, прежде чем испортила их рощу. Некоторые этого Амоса помнят до сих пор. Почему ты, собственно, им интересуешься? Джинны обычно очень опасные и всегда злобные. Я помню. Но игра стоит свеч. Подчинив его, я получу огромную силу. А она может нам пригодиться. Думаешь, у этого чародея был джин? Так, по крайней мере, следует из его книг. Он описывал, как обуздал джинна и как черпал энергию из его силы. Ты знаешь, где их искать? Чародеи и джинны. В последний раз корабль Амоса видели у побережья Хиндерсфьеля. А потом разразилась буря, самая сильная за 100 лет. Тогда мы их вряд ли найдем. Чародей пошел рыбам на корм, а джин сбежал. Не факт. Но даже если так, я хочу в этом убедиться. Поможешь мне? Золото в награду я не обещаю, но... Ты можешь рассчитывать на мою признательность. Раз ты так хочешь, хорошо, я помогу. Спасибо. На пристани уже ждет лодка. Пойдем.
Вижу, ты все уже приготовила. Ну да. Откуда ты знала, что я соглашусь? Я не знаю, но решила рискнуть. Вот. Это его ну, новая пленница. Она Генов из Нильфгарда. Там больше, чем из Нильфгарда. А ты топоры умеешь метать? О! Иди. Хоть раз бы взял инициативу на себя. А ты бы позволила. Геральт, сюда! Давай, интересно, пристань такой уже ты рядом. Крепкий, как выглядишь. Корабль с джином затонул где-то здесь. Не слишком определенно. Я наложу заклятие на лодку, и мы сможем понять, когда будем проплывать над остовом корабля. Ну тогда за дело. Пустишь меня к румпелю? А я могу отказать? Нет. Ты садишься или нет? Я не уверен, что мне нравится затея с Джин. С одним мы когда-то справились, помнишь? Помню, тогда Лютик чуть не лишился голоса. На счастье, его спас твой экзорцизм. Откуда мне было знать, что это значит? Иди отсюда и отымей себя. Надо было учить иностранные языки. Ты до конца жизни будешь мне это припоминать? Ты сам об этом позаботился. Я просил, чтобы мы всегда были вместе. А не чтобы ты указывала мне на все мои промахи. Будь осторожней в желании. А если уж желание исполнилось, прими последствия с достоинством. Да. Что до промахов, почему бы над ними не смеяться, если они забавны? Что-то здесь есть. На дне, здесь слишком глубоко. Ты не донырнешь. Ты меня недооцениваешь. Как раз наоборот. Я даже попросила тебя о помощи. Я наложу на тебя заклятие. На какое-то время оно замедлит твое сердцебиение, и ты сможешь дольше продержаться под водой. Эсат эйх кридерифаун. Готово. Осторожней.